За свои обязательства перед доверчивыми и очень наивными клиентами. Убитый горем владелец банка, вот, пожалуйста, перед вами. Убил человека наивность. Упал у него сверху наивность. Смотрите, головы как не было, так и нет. Мир праху его. Внимание! Эти проводится тотализатор. Вот там вот в кадре вы видите молодого человека без майки, хорошо подкачанного. Это шоу называется... Типа бизнес, коммерция, деньги. Работает масло, ливые пальчики. Целишься и сюда бьешь, дистанцию, а сверху, бабах, снаряд вылетает, попадая вот в это сооружение, и вы получаете свои три штрафа. Кто мне поставил? Он! Так нельзя! Если я выиграю, я скажу, что она выиграет. Он сейчас проиграет, и они выиграют. Ладно, говори. Десятка, ты тур нашего за. Володя и Ереминку. Володя и Ереминку, подойдите, пожалуйста, к чему. Продолжает свою работу баскетбольная фирма Лазынин, братья Лазынины компании. Продолжает свою работу. Известный брокерский дом Лазынина, который в прошлом году ошкурил весь лагерь. 1500 дана заработал Лазынин. Все казалось бы просто. Бросаешь мяч в кольцо и получаешь 2 дана и уходишь счастливый. К счастью, нашелся герой нашего лагеря, мистер Жданович номер 1 Леонид Берников. Вот он. В прошлом году он разорил этих подлых акул баскетбола. Так, рано. Это не простой массаж, это точный массаж активных биологических точек. Это английский массаж, прошедший его говорит только манку, сэр. Вот. Так почем курс у вас английского массажа? Первые 3 минуты – минута. В один штанг – 1 минута. И вот у нас самая юная, мы графим с ней. Вы можете сфотографироваться с Олей. Я не знаю, как это называется. А будете ли? Нет. Тогда дайте сам. Один сам. А что вы? Хозяева уже гуляют, наторговали уже. Наторговали 300. Сейчас прогуливаете. Ну вот здесь все. Внимание. Итак, внимание, наша мгновенная школа помощью телепатии. Сейчас готовится чудесный аттракцион. Но я напомню, что учителя, идите сюда. Чемпионки мира, мастера спорта, участники сборной страны, победители многих соревнований международного класса. Это Вика Аникина. Вот она, поприветствуем. Она выросла в этом лагере, мы на наших глазах, и стала гимнасткой. Ее тоже учили взглядом. Вот врач заинтересовался, телепат. Сейчас мы оттелепаем гимнастику. Смотрите, как это делается. Итак, мы приглашаем кого-нибудь из зрителей к нам. Кого-нибудь из зрителей, кто хочет обучиться гимнастике. Так, кто, например, девочки, остановились, сейчас мы вас научим, минуточку. Так, кто хочет научиться гимнастике? Так, а вот девочка. Так, иди, девочка, сюда. Так, как тебя, девочка, звать? Ксения. Так, девочка Ксения, ученица с дефектами речи, Ксения. И вот сейчас, Ксения, ты занималась гимнастикой художественной? Что? Понятно. Так, ты когда-нибудь видела гимнастический, например, брус? А, например, турник, знаешь, что такое?
Нет, то есть гимнастикой не занимался. Итак, внимание, внимание. Так, девочки. Так, девочки, посмотрели внимательно. Смотри внимательно на них. Так, настройся. Настройся, пока у тебя оба глаза в одну точку не сольются. Глаза делай в кучку. Глаза в кучку, так. Лоб гармошкой, так. Шары плашкой. Так, хвост топориком. Так, давай. Итак, внимание, смотрим все. Внимание, внимание. Так, смотри внимательно. Так, упражнение один. Так. Вот видишь, как, ножки девочка делает. Видишь, как? Вот ты можешь у себя в Федорин так и жить. Так, смотрите. Так, поняла? Ксюш, поняла? Вот смотри, вот так делаешь ножку и вот так живешь. Пришла в магазин и говоришь, дайте я сумочку подержу на ноге. Вот так вот на ножку вешаешь сумочку, стоишь и две ручки свободные. Очень удобно. Ксения. Так, приветствуем, приветствуем, господа, это на ваших глазах. Это не просто гимнастика, это сплошная телепатия. Телепатия дальше. Так, а вы что, можете девочек потелепать? Итак. Вот видите, телепают ногой. Обычно это делают руками, а это то же самое ногой. Ты умеешь писать ножкой, Ксения? Нет, ты ручкой плохо пишешь, понятно. А вот если посмотришь, смотри внимательно, 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 внимательно. Так, так, вот так, еще раз. Алеша Овсянский. Сейчас Алексей Овсянский, наш постоянный режиссер. Так, готовы? Спасибо. Внимание! Уже можно, девочка? Она дозрела уже, да? Итак, внимание. Смотри, вот это вот такие вот палочки железочками. Вот видишь, вот так можешь. Вот, это вот, как они называются? Так, пожалуйста. Вот так вот кидает. Поняла? Так. Итак, внимание. Ученица 3 класса Федоринской средней школы Ксения путем телепатии выучила высотам гимнастики. Смотрите, вот простая девочка Федорина, были все в магазине, видели, кроме как будут, что могла знать. Итак, так, ну показываем. Вот теперь ты не веришь сама? Давай, вот ручки так. Ну-ка давай, ну-ка поехали. Ну-ка, внимание! Взорвались, посмотрите, смотрите, что делается, какие чудеса, смотрите. Федорина, казалось бы. Так, ну-ка, Ксюша. Ксюша, да ты, что с тобой в деревне-то будет, Ксюша. Так, а еще что умеешь? Ну-ка, а ножками? Техник. Так, есть специально кого-нибудь из мальчиков попробовать? Давай мы тебе ножку так сделаем, так оставим тебя. Так, а вот эту ножку. Чудо! Смотрите, телепатическое обучение гимнастики. Всего одно упражнение. Так, а вот эти палки, так, а вот эти железочки, вот эти деревяшки умеешь? Можешь кидать их, смотри, вот так. Ну-ка, ну-ка, так. Так, ну-ка, кидать. Во, во. Ой, что? Ксюша, Ксюша. А ведь ничего не умела, можно сказать, а? Да, смотрите, Ксюша не умела не только делать гимнастику, не умела писать, плохо говорила, вот, мало ходила. А теперь смотрите, что делается. Украшение Федорина. Ксюша, давай что-нибудь последний какой-нибудь. Ну-ка, смотрите, приветствуем. Гордость Федорина, рожденная в нашем лагере. Так, итак. Третьеклассница Ксюша Городецкая-Федорина. Смотрите, всего лишь 2 минуты. Все 2 минуты. Так, кто еще желает? Кто желает? Идите сюда, мальчик, идите сюда. Мы сейчас ножку вам загнем вот туда вот и так оставим. Так, а вот девочки. Так, вот смотрите, девушка, выйдите сюда, пожалуйста. Вот смотрите, девушки оттелепали обладание булавами. Ксюш, ты можешь Федорина сказать, что вот эти деревяшечки с палочками называются булавы. Ну, повтори, как? Булавы. Булавы. Правильно, Ксюша. Молодец. Очень умная девочка. Ксюша, все, выучил. Ну-ка, ну-ка. Так, вот так, вот так. Смотрите, смотрите. Всего лишь показ, и вы все делаете сами. Смотрите, какие чудеса. Так, похлопаем, похлопаем, похлопаем. Только посмотреть. Уйди сюда. Ноги хочешь там сделать? А. Рекламная пауза. Коровин Геннадий Иванович, перетягивание пальцами происходит в районе нашего Зеленого театра. Приглашаем всем посмотреть. Всех приглашаем посмотреть. Геннадий Иванович, перетягивание пальцами. Как тебя мальчик звать? Вася. Так вот, Вася — это брат Ксюши. Они вместе живут в Федорино. Вася сейчас
школьник 8 класса 10 года обучения Федуринской школы. Он тоже не силен ногами, умом, ушами. И тем не менее, смотрите, что творится. Сейчас Ксюша показывает, а Вася делает. Давай, Авася, приготовился. Ну-ка, Авася, делай ножку так. Ну да, вот смотри, вот задрать, Авася. Ну-ка, вот так, выше. Авася, давай я тебя подержу, чтобы не упал на хлюстик. Я держу Авасю, давай, задирай ножом. Давай. Так, дальше, выше. Че, Вася, ты не там гнешь, что уже, да? Так, Авася, а смотри, вот Ксюша, она хорошо тебя ведет. Читает книги, учится на пятерке, смотри, что делается. А ты? Она младшенькая. А ты что делаешь? А ты только на танцах, все время в танцах пропадаешь. А ты ее и учишь. Вася, надо вести себя правильно. Вот смотрите, мальчик нарушает спортивный режим и гнуться не может совсем. Это о Васе. Вот такой и остался он в этой жизни. Рекламная пауза. Рекламка. У меня руку подруга, может, руку прикрепить? Так, школа телепатической гимнастики продолжается. Фигура, там ваша школа, подождите, ждем. Нет, я не знаю. А что надо тут делать? Героиня вчерашнего матча. Судья Борисовой, посмотрим на...